Чтобы качественно привлекать и возвращать аудиторию, важно понять, для кого ваш продукт, чьи проблемы он решает и в каких случаях может быть полезным. Из более ранних уроков вы уже знаете, или если вы все еще не посмотрели, советую вам посмотреть урок про анализ рынка, как делать этот анализ. И предположительно на этапе запуска уже знаете, кто ваша целевая аудитория и в чем ценность продукта. Но на практике разные группы пользователей могут использовать продукт для абсолютно разных целей и с разными паттернами использования. Например, вы делаете игру «Крестики-нолики». Казалось бы, это простая игра, в которую могут играть двое людей. Но кто-то может ее использовать, чтобы просто убить время, кто-то для разминки мозгов, а кто-то для решения простых споров с другом. Какие-то паттерны поведения пользователей можно понять из аналитики, а какие-то только пообщавшись с теми, кто использует ваш продукт. Поэтому важно не только отслеживать поведение пользователя в онлайне, но и общаться с ними на коридорных исследованиях, на фокус-группах, глубинных качественных исследованиях или других форматах коммуникации лично с пользователем. Понимая более глубоко ценность вашего продукта для аудитории, вы сможете более четко планировать коммуникации для продвижения, сегментировать аудиторию и формулировать посылы и креативы для каждой целевой аудитории с учетом их ценностей. Также из блока про анализ рынка вы знаете, что до запуска важно проанализировать конкурентов, понять, кто они, какой продукт делают и какие боли пользователи закрывают. Это также важно для понимания, как они коммуницируют с пользователями и продвигают свой продукт. Почему это важно? Чтобы не дублировать УТП или подавать его под другим соусом, чтобы учесть их ошибки и выгодно отличаться в продвижении, и понимание, за счет чего вы можете быть ярче и интереснее конкурентов для каждой целевой аудитории, поможет собрать более эффективные креативы и посылы для продвижения. Четко понимая свою аудиторию и проблемы, которые вы решаете, вы сможете максимально точно бить по потребностям ваших пользователей в продвижении.